Да, просто все раньше и раньше начинает темнеть, и так оно все обалденно. Так, я обещал тебе пластилин, да, стихотворение? И себе тоже обещал. Да и вам обещал, наверное, уже. Если взять кусок пластилина и в какую-то форму впихнуть, то на местах, где были равнины, вмятин проявится суть. Все изначально бесформенные, без вмятины горы чисты. Взгляды у всех преисполненные прозрачностью простоты. Из нас стремятся лепить шаблонных рабочих лошадок. Эй, убавь свою прыть! Так тут креативить не надо! Годам к 20, после школы, где форму пытались придать, вопрос появляется новый. Что делать? Где счастье искать? Обычно решают все. Ладно, вот универ, а потом счастье нагрянет внезапно вместе с работой, мой дом. Ну вот и работа. А счастье все как-то еще не пришло. Видно, с семьей в одночасье проявится в жизни оно. Ну вот и детишки. Чудесно, проблески света во тьме, но все равно как-то тесно. Неужто нет счастья во мне? Если внимательным быть за любыми детьми, наблюдая, можно обратно слепить себя самого. Точно знаю. Все мы куски пластилина, забытые на морозе, и как застывшая глина не метаморфозим. Да просто я такой человек. Глупость из уст ребенка, который, живя много лет, взрослым стал. Ну а толку? А если с мороза в тепло пластилин положить и согреть, проявятся свойства его, какие были в нем впредь. Мы вместе, никто не один, давайте не забывать. В мире, где все пластилин, предлагаю тепло.